5 июля мусульмане отмечают Ораза-Айд. Он знаменует окончание месяца Рамазана и является праздником милосердия, единства, благополучия и благородства души. На Айд-намазе в центральной мечети побывала Ольга Загоруйко. С 5 по 7 июля проходит Рамазан-Айд. В эти дни принято прощать обиды, вспоминать усопших и помогать немощным. В 7 утра в центральной мечети Кызылжар собрались сотни людей. Они пришли совершить айт-намаз, но прежде поздравления от акима области Ерика Султанова. Ораза-Айд, иманды. Поздравляю всех с благодатным праздником Ораза-Айд. В его основе лежат благие поступки и духовное очищение. Как говорил Елбасы, этот праздник объединяет народы. И в нашей стране создаются все условия, чтобы повысить религиозную грамотность населения. Верующие просят Аллаха принять молитвы и посты, даровать вознаграждение. Ораза-Айд символизирует окончание священного месяца Рамазан, в течение которого верующие соблюдали пост. В светлое время суток не принимали пищу, не пили воды, а также отказывались от развлечений. 29 дней мусульмане держали пост. В качестве вознаграждения они получают спокойствие в доме и в своей душе. В Ораза-Айд принято ходить в гости. Если есть ссоры с кем-то, то нужно помириться. Ораза-Айд – это семейный праздник, поэтому Динара Альке приехала из Астаны к родственникам. В мечеть пошла вместе с детьми. Амира и Алямир с ранних лет изучают основы ислама. Айд Кабулбасын, пришли сегодня в мечеть, отпразднуем такой большой праздник. Мама, все родственники держат Оразу. То есть мы прививаем детям наши традиции, да, чтобы они продолжали это, чтобы они знали с малых лет. Слово «айд» означает празднование, оказание уважения к друг другу, разделение радости. И прихожане желают друг другу мира и добра. Всех мусульман с праздником здоровья. Ну и желаю всем, чтобы все желания у всех, вот, которые они себе пожелали, сбылись. Спасибо Аллаху, что нам так помогал. Мы держали пост, не трудясь, ничего. Все терпел, все хорошо было. Сегодня в центральной мечети для верующих накрыли праздничные столы. По правилам священного месяца Рамазан каждый сделал пожертвование. Фитр садака в этом году составляет 200 тенге. Ольга Загоруйко, Михаил Казначеев, новости МТРК.